В Бишкеке на Аларчинском кладбище почтили память государственного и общественного деятеля, заслуженного экономиста Киргизской ССР, первого председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Сопыбека Бегалиева. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. Возложить цветы к памятнику Бегалиева пришли его бывшие соратники, друзья, близкие и члены семьи. Сопыбек Бегалиев родился 29 марта 1931 года в селе Чонгташ Иссык-Кульской области. Трудовую деятельность начал экономистом. За годы работы внес огромный вклад в становление и развитие плановой экономики Кыргызстана, а также в сохранение мира, согласия и единства между народами, проживающими в стране. Также за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Кыргызстана был награжден Орденом Дружбы, трижды обладатель Ордена Трудового Красного Знамени. Кроме того, за доблестный труд во знаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина был награжден юбилейной медалью. Кыргызстанның экономикасын көтеруге өмірін жұмсаған. Сопыбек Бегалиев полностью посвятил себя работе, внес огромный вклад в становление и развитие плановой экономики Кыргызстана. Говорить о его достижениях и заслугах можно долго. Ну а дома он был обычным, любящим и заботливым мужем и отцом. Был всегда отзывчивым человеком, относился ко мне со всей душой и уважением.